Скажи, разве ты не чувствуешь, что вокруг все обычные, а ты особенные? Помнишь, когда в детстве ты думал, что твои родители не настоящие родители, а ты какой-то принц или прилетел из космоса, и тебя постоянно сопровождало ощущение, что вот-вот что-то случится и откроет правду. А правда в том, что ты самое главное, что есть на Земле. И скоро к тебе начнут приходить люди, здороваться, протягивать руки, жадно ловить каждое слово, сказанное тобой. Тебе, конечно, все эти почести ни к чему. Но приятно, когда все вокруг знают, кто ты такой на самом деле. Но время идет, правда не открывается. И ты, инопланетный принц, живешь в глубокой конспирации, но чувство, что ты герой какого-то грандиозного фильма, где все выстроено под тебя, не покидает, правда? Оно и не покинет, потому что это и есть чувство реальности, такое, каким оно должно быть у адекватного человека. Куски чужих разговоров, картинки рекламы, заголовки в СМИ, все складывается в какой-то единый пазл, в центре которого ты. И как тут не чувствовать себя избранным? Только кретин станет утверждать обратное. И вот он, я, этот кретин, и я говорю тебе, ты не избранный. Ты выдающийся, ничего особенного. Ярчайший представитель так себе, мистер Everybody. Спорим? Подумай, что такого ты сделал, что навсегда изменило мир? Вот Эдисон придумал лампочку, кроманьонец колесо, Будда нирвану. На свете есть много людей, которые сделали вещи, которым мы не просто пользуемся. Это ключевые для цивилизации вещи. Убери их, и все рухнет. Попробуй представить себе мир, в котором нет электрического света. Нет лампочек в подъездах, повсюду нассано. По улицам ходят люди с факелами, а фраза «город горел вечерними огнями» означает совсем не то, что сегодня. Нормально? А теперь представь, что наша цивилизация не додумалась до колеса. Что будет? Бензиновые санки с турбонаддувом? Лошади, гидросамолеты или человечество начнет расселяться не по поверхности планеты, а вглубь ее? А лампочки то нет, факелы есть, а под землей нефть, и оттуда открытый огонь. Ну как? Складывается картинка? Так что людей, которые сделали что-то действительно важное, с большой натяжкой, еще можно назвать избранными. Но не тебя, прости. Ты-то вообще что здесь делаешь? Не сейчас, а в целом, на Земле. Какова твоя миссия, избранный? Да что там миссия? Что ты такого делаешь, чтобы хоть как-то оправдать свое присутствие на Земле? Давай поищем в твоей жизни следы великого. Вот ты проснулся, вспомнил, кто ты и что тебе сегодня надо делать. В тихом ужасе лежишь дальше. Смотришь на часы. Ага, начал опаздывать. Встаешь в ванной, делаешь свои обычные большие дела и стараешься не особо встречаться с собой взглядом, потому что ты и так знаешь все, что хочешь себе сказать. Скандалы с утра тебе не нужны. И все. Время, которое принадлежит тебе, кончилось. Ты в офисе, человек разумный, венец природы, дитя богов и баловень судьбы. Смотри, как величественно ты скрепляешь степлером важные бумажки, как осмысленно вбиваешь цифры и буквы в электронные таблицы. Но твоя божественная природа не умещается в тесные рамки унылого офиса. Ты избранный, сидишь за какими-то нелепыми предложениями, отчетами, презентациями в то время, как весь мир, затаив дыхание, уповает только на тебя. Ты чувствуешь весь жалкий абсурд того, что делаешь, и скоро недовольство вырастает в экзистенциальный бунт. Бунт! Бунт! Ты прекращаешь работу, встаешь из-за стола довольно жалких булавок и цифр, ведь ты бог. Ты решительно идешь к кофеварке и наливаешь себе кофе.
Ты бог! Все к черту! Кофе струйкой наливается в бумажный стаканчик, приятно обжигая руку теплом, а нос ароматом. Ты задумчиво встаешь возле кофейного аппарата и напрягаешь все свои кривые мозговые кишки. Пьет кофе. Глоток. Еще один. Все нормализуется. Бунт постепенно утихает. И вот с последним глотком кофе чары уже развеиваются, и ты семенишь к своему трону. Вперед! За буковки и цифры! Весь мир ждал от тебя именно этого! А что еще с тебя взять? И вот тогда ты становишься свободным. Ты уже не думаешь о завтрашнем дне. Живешь внутренней вечности. Ты живешь. Живешь, будто бы нет ни сейчас, ни вчера, ни завтра, ни потом, ни когда-либо. Есть только всегда. И что бы ты ни делал, ты всегда будешь делать правильно, потому что это твой персональный, особенный путь к просветлению. И как бы ты ни шел, ты никогда не оступишься, потому что это твой путь. И каждый шаг верный. Потому что сначала шаг, а потом дорога. Только так и никогда иначе. Все твои вопросы всегда получают верный ответ. Потому что там, где говорит твое вечное «я», начинается твоя уникальная свобода. И этот непостижимый, прекрасный путь, на котором ты становишься единственно возможной частью этого великого мира, будь неизбежный. Сколько бы ты ни искал его, ты всегда на нем, потому что ничего другого у тебя нет. Я – это твоя свобода. Я – это твоя избранность. Я – это твое чудо спасения. А теперь уходи. И там, наверху, посмотри на небо и забудь все, что я тебе тут говорил. Ну, умница. Молодец. Молодец. Да нет. Нет, прочесть с листа такой текст. Так, я ловила себя на мысли, что мне понятно все. Это самая главная задача оратора. Это правда. Это очень... Это невозможно не передать понятно. Ты либо передаешь, либо не передаешь. Это самое главное. Можно ошибиться там, я не знаю, где что-то, но ты держишь внимание.